Друзья, всем привет! В Китае есть необычное развлечение. Нужно привлечь как можно больше пчел. Смельчаки должны были становиться на весы, и всей одежды они имели право оставаться только в шортах. После этого пчелиные матки должны были привлечь на их тела других пчел. И победил мистер Ванг Далин. За 60 минут на него села количество пчел, общий вес, который достиг 26,86 килограммов, по сообщениям местных газет. Это необычное соревнование привлекает огромные толпы любопытных. Впрочем, в отличие от самих участников, большинство из них озаботились тем, чтобы запастись специальной защитной одеждой. Ну, вы, наверное, понимаете.